Всем привет. Ой, а сегодня у меня приключение было. Это что-то космический алюминий плавил, варил, да получил философский камень. Ну вот, с горелками разобрался и пошел. Алюминий парень. Космический. Ну, вышло. Философский камень получил еще заодно. Что, давайте попробуем. На улице я посмотрю. Я снимался. Ну, там освещение плохое. Мочишь, надо шварить. Вот. И это. Ну, все. Есть язык. Сейчас покажу, что получилось. Это колокол. Почему космический? Что головку кинул? НТВ плюс переплавку к банкам. Вот космический. Вот еще есть. Философский камень. Ну, тут его много. Вы это что-то. А вот. А. О, еще. Булькает. Сейчас покажу. Ой, как бы поймал. А вот, вот, вот. Видно, где он там булькает. Это он остужался. Горячий был. Ой. Рецепт есть? Надо смонтировать. Завтра подсохнет. Можно в горн поставить, в принципе, пусть сохнет там. Да? Уснул. Ну давай, продолжаем. А точно. А вот еще есть маленько. Это на повторную переплавку. Еще круче будет. Ну так вот первый раз сегодня. С первого раза получилось. Как бы космический. О! А ну тут что? Собачка. Вон хвост, глаза. Такой. Ну вот хвост, задница. Вон глаза. Вот тут. Да? Собачка.
Ну, ну тут что? Ну, это какое-то космическое что-то. Не знаю, что он там сделал. Ну, вот такой вот результат. Что, сыграем еще? Ну, интересно было. Красиво.